Я начала отращивать ногти, но поняла, что больше я не выдержу. Прошло где-то несколько недель. Я их все-таки буду обрезать, потому что это очень неудобно. И они цепляются. Я уже привыкла к огромному удобству без длинных ногтей. Для меня это уже очень длинные ногти. Хотела их отрастить ради того, чтобы свободный край ногтя не был острым. И чтобы лишний раз не чесать кожу, не стирать какие-то проблемы на лице. Для начала все было неплохо, в общем, у меня получалось, я лишний раз не трогала свою кожу на лице. Но я поняла, что больше влияет просто самоконтроль, а не то, я не буду обрезать ногти. Ну, может, по первому времени это и помогает, но в любом случае важно, чтобы вы сами понимали, что этого делать не в моем случае. Просто себя контролировать и все. А ногти как бы тут ни при чем. То есть я буду обрезать ногти, и ну, вот это все, что мне посчастливилось или... Посчастливилось, громкое слово. Все, что я отрастила, и не хочу ходить все-таки с длинными ногтями. Просто буду контролировать сама себя. И ногти тут ни при чем. Смотрите также мои другие ролики. Комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Пока.